Потенциал гидрофойла Skytom не ограничивается только гонками. Спокойный фрирайд понравится даже опытным любителям, полет над водой напоминает катание без петель на волнах. Эффективный способ оптимизировать затраты при покупке гидрофойла – это разумно подойти к выбору доски. Как правило, фрирайдные мачты для крепления имеют площадку, что позволяет установить их на обычную кайтовую доску. Но старт на фойл требует достаточно большой ширины доски, чтобы упростить выход на крыло. Лучший вариант – это серфборды, выполненные по технологии TwinTip. Классические обводы, крепкий корпус и небольшой вес отлично подходят не только для ветровых волн, но и будут идеальны для установки гидрофойла. Появление подобного серфборда в линейке MD вполне ожидаемо. Технология хорошо отработана. Корпус из павлония имеет достаточную жесткость и небольшой вес. Классическая для небольших волн форма фиш, а круглый нос и ласточкин хвост на корме. Компактная, 5,3, заметно шире обычных досок. Первый образец был испытан в шторм на Финском заливе, после чего для лучшего прохождения прибоя был увеличен рокер на носу. Доска уверенно ведет себя на ветровой волне. Ласточкин хвост с четырьмя плавниками делает возможным резкие развороты, что необходимо, чтобы оставаться даже на небольших медленных волнах. При желании можно поставить обычные плавники от TwinTip, если предстоит катание на отмели. В отличие от простого скимборда, выраженный рокер на носу стабильно ведет себя в прибое, а изгиб на корме помогает в разворотах. На днище закладные подкрепления фойла. На доске от Liquid Force отверстия сквозные, и при использовании без фойла из палубы бьют струйки воды, которые, может, и не влияют на скорость, но точно не украшают. Палуба покрыта ковриком, имеет закладные для установки пары петель. В сравнении с комплектом от Liquid Force, доска MD ощутимо лучше ведет себя с гидрофойлом. Она легче и при разворотах меньше инерция и точнее управление. Если ветер раскачал волну на домашнем споте, можно смело кататься без петель, даже если местами мелко. Если же ветра не хватает, то не сидеть на берегу, а установить гидрофойл и продолжить катание. Серфборд MD получился функциональным и удобным, оптимальный вариант для фрирайдного фойла.